Ку-ку-ку-ку-ку. Здорово, 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 здорово. А у меня iPhone 8. Завидую. А у меня плюс. Слышишь ты, мужчина? А. Смотри, там сидят две рыбоньки. Угу. И у них один там парень. Одному у двоих много. То есть это не его. Либо одна вот точно не самки его. Тебе как? Знаешь, как нужно делать? Смотри. Это мерзко. Прикольно. Посмотрите. Я тоже тиктоки смотрю. Может, тогда вместе посмотрим тиктоки, а? Хотите тиктоки, покажу вам? У меня смешные тиктоки вы. Не, не вариант. Лох. Не идут на контакт. Теперь ты, Олег, пробуй. Дай только шпичку. Козёл. Как дела, спроси? Что делаешь? Как дела? Скажи, погода хорошая. Погода хорошая. Подсказывай. Я Олег. Она тоже. Я? Она с Маговчем. Скажи, что у нее глаза, как я. Вот у нее глаза, как я. А у нее зеленые глаза. У тебя глаза, как океан, я бы в них утонул. У тебя глаза, как речка, зеленые. Нормально, нормально. Спасибо, что... Ой. Ася Карина, у тебя глаза как понос. Ну ладно. Что делаете вечером? Спать. Вместе. Я тоже. А ты? Вместе. С кем? Кошкой? С кисками. Простите. Будем спать. Ну мастер. Не, вообще. Ну, девочки, опыт. У вас такой липтон красивый, можно на него сяду? Хочешь попить? Попить нет, сесть хочу. Ну давай мы допьем, мы тебе пустую бутылку отдадим и. На пустую сложнее давление, садиться. Да, давление не будет. Пишет Саня, твоя очередь. Давай. Привет. А ваши. Спроси, спроси, они не видят камеру? Ваша мама случайно не бегает? Да, а что? Тогда я бы хотел с вашей мамой познакомиться. А зять ей не нужен? Зять? Или уже есть. А муж? Муж? Муж точно нет. А электрик? Слушай, а ты случайно не струна? Я не струна. А то мне так хочется тебя. О, шит! Йо! What the fuck, bro? А ты случайно не паровик? Нет. Простите, я немножко тупая. Я бы тогда тебя кинул на прогиб. Ага. Если у нас такой батл пошел. Я не хочу, чтобы меня на прогиб кидали. Ну ладно, мы это, нам идти пора. Просто заберись с перцовкой. А твоя мама случайно не черная вдова? А то ниоткуда такой у нее фильм такой хороший. О, эти это банборды, пацаны, которые кидали. Вот, пацаны, банборд кидали. Я запомнил. Это эти. Не, это вон. Нет, не школьник. Вот, который в ТЦ. Иди отсюда! Это у тебя фотоаппарат? Иди отсюда! Почему? Иди, блин, вы банборд сказали. Это он сказал. Да мне все равно, вы плохие. Вы что, зачем ноль так делаете? Уважения. Да а ноль уважения, дали, блин. А если мне бан дали? Я не хотел. Кто это он. Иди отсюда! Иди отсюда! Здорово! Какой тут пицца? Ага. Грибная, нет? Мясная с артишоком. Ну давай, ветчиной грибы. Ты хочешь горгонзолу? Сожми в кулак прессик и подойди. С кулачком. Уже вкусно. Давай. Извини, пожалуйста, сколько тебе лет? 14. Ага. Не подойдет. Опа. Ну, явно нет, 18. Привет. Там конфетка? Что там? Там конфетка. Бля, о, давай. А, нет, там конфетка. Ну, ладно. Спасибо.
Да не за что. Отдыхай. Вечером воспользуемся. Со мной? Что вещи тебе? Ебать, туда я остаюсь. Сейчас смотрит 6 тысяч. Тебе реально 22? Влада, спасибо большое за 500. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Покажи, пожалуйста, паспорт. Да, сейчас только я снимать не буду это. И 22, блядь! Да ну нахуй, 98-го. Я подхожу и думаю, ей 15. Мне 21. Я 2000 года рождения. Мам, скажи, ты нормальная? Что там пишет хоть? Ты сказала, сегодня вечером воспользуешься этим презервативом со мной? Да. Давай, я не против. Ой, можно я так сфоткаю? Пожалуйста. Я не против, у меня есть квартира. Да? Да, недалеко отсюда. Вот мы и нашли. А, вы хотите втроем? Вы хотите втроем? Нет. Тебе сколько лет? 18. 22 тебе? Ну, сколько ты не знаешь? Я не знаю, но что-то, что здесь татуировка на руке, я думаю, ну лет 18 точно есть. Главное, что 18 точно. Что ты хоть пишешь? Целуй. Секс. Целуй с меня щечку. Угу. А что ты снимаешь? А что сложно? А что это вообще такое? Это прямая трансляция. Где? На Твиче. Так, так, скиньте мне денег на карту кто-нибудь. Мы не купили сегодня джинсы. Не, это только после поцелуя работает. Скинь мне 3000 на джинсы. Поцелуй или пощечина? Поцелуй или пощечина? А если пощечина, ты уйдешь? Да. Тогда поцелуй. А теперь грудь. Щечку. У тебя же нет, подожди, у тебя же нет молодого человека? У меня? Да. Есть. Два. А, расскажешь. Поцелуй щечку? Нет. Ты мне денег на карту отказался скинуть. Давай, сколько за поцелуй тебе скинуть? 3000. 3000 за поцелуй? Да. Ха, не, нахуй надо. Попробуй, блядь. А меня сколько? Ладно, шутка. А мне сколько? А, может у них, может реально засосать ее? Да подожди, стой. Давай оплатим и пойдем. Не, вместе она не согласится. Вы их не оскорбляйте, они у них с этого триггерят. Не пишите им, я понимаю, что как они себя ведут, просто не пишите лучше. Ну привет. Я вернулся. Соскучилась? Почему ты говоришь, что поцелуй 3000? Сколько? Ты не хочешь просто так поцеловаться? Деньги. Не, тебя можно понять. Все бабы. Да нет, не все. Ну, я такая. Желюха там пишет. Так, ну ладно. Так, у меня тут есть... У меня тут есть 6 тысяч рублей. Да. Что за 6 тысяч рублей? За 6 тысяч рублей? Да, если поцелуй за 3 тысячи, что за 6 тысяч рублей? За 6 баб целую. Нет, поцелуй за сос. Нет. А за сколько поцелуй за сос? Любви только. Все, уже. Все, он убрал деньги. Понятно. Давай заснимемся, как мы с тобой поцелуемся. Нет, мы не будем целоваться. Да давай, что-то, давай засоснемся просто. Ну, он сексом будет сегодня сниматься. Да. Подожди, кто у тебя на аватарке? Вы же с Арон нами. Пайпер. Вы же с нами не. А, это вот твой папа. Ой. Мы троем. А вы что, назвали куда-то? Ну хотите, поехали ко мне домой? Нет. А кому как хотите, блин. В Украину. Давай сделаем сторис, типа мы встречаемся. Давай. Слова придется. Да? Ну что, побегали. Не, не надо. Просто мои штаны. Побесить мужиков в сторис. А чего вы, блин, презервативы раздаете? Они стоят. Я думала, там будет конфет. Или вы только мне один, да, не больше никому. Ну это тебе, чтобы мы поебались просто. Понятно. А я вот похвастаться хочу. Давай. Мы сейчас пиццу будем есть. Ура, какую? Это не важно. Главное, что не с ананасами. Угадай, какую мы заказали. 4 сыра. Да. 3000 не можете мне скинуть на джинсы. Блядь, пацаны. Ну давай, поцелуй за сос, 3000 тебе даю. Нет. Как хочешь. Ты что, думаешь, деньги легко достаются? Не, я нихуя, блядь. Ну кому это же реально легко достается? Хочется быть просто содержанкой. Кому? Надо вести себя по-другому. Как? Оу, щит. Прямо так не говорить. Не шутить так? Ну, соглашаться на что-то.
Типа, я же тебе, вот у меня 6 тысяч, я тебе предлагал. Блядь, ты отказалась? Да. Очень большая сумма. А сколько вы получаете? По нам что, не видно, что мы безработные? Ну, а не работаете? Я за один свой логотип покупаю очень 22 тысячи. Ты дизайнер? Да. Прикольно. Я Лёша. Нормальный имя дизайнер. Очень приятный дизайнер. Покажи свой профиль. Ну, у тебя же есть аккаунт дизайнерский? Сейчас я покажу профиль. Во. Вот, не, ну правда, интересно. Но у меня есть не то чтобы профиль. Ну, а... покажи свою работу. Я сейчас дизайнера ищу. Что делать, что тебе нужно? Мне нужно кое-что нарисовать. Что? Ребят, пишите мне в директ, если кто-то из вас есть. Только именно хороший дизайнер. Типа, что вот именно профессиональный дизайнер. Мне нужно худ для шоу нарисовать, полное оформление. Это, типа, самое лайтовое я, например, делала для Барбер Шоу. Просто такую, типа, знаешь, визиточку. Ага, в Word, что ли? Нет, это фигня. Презентация выглядит в школе. Ну, это именно презентация из Word, потому что надо было все скомпономать, ну, типа, мы много чего делаем. Я делала дизайнерский проект для Adidas. Типа, компьютерную версию для Adidas. Какая хуйня, блин. Ты же слова на ветер не бросаешь, правильно? Я? Ты сказала, что этот презерватив тебе нужен на сегодня со мной. Сейчас будем надувать его, воды наберем и, блядь, заберем еще какой-нибудь скинь на голову. Ага, ну GTA 5 RP, разумеется, да? Ну ладно, тут ловить нечего. Ай. Ну ладно, девчонки, мы пойдем. Давайте, искать секс. Как найдете секс, сообщите. Да, да, тебе же не нужен секс. Нет, отдашь. Я заберу. Да, дай презик. Нет, я заберу. Ты же не занимаешься сексом. Нет, я заберу. Отдай презик. Нет. У тебя члена нет. Я заберу. Откуда ты знаешь? Я не отдам. Ну да, по факту. Ну, как хотите. Аго, за этими девочками сядем и будем понтоваться пиццей. Давай. А у нас пицца есть. У нас пицца. Диана? Да. Ты, блин, хороший. Я что, кусаю? Коронавирус. Да ладно, этих девок, у меня пицца. О, вот, че мне эти девчонки, у меня пицца есть. Дорогая, я бы готов засосать, но говорю, коронавирус, типа, когда она попить просила. Честная получается. Обманчик получается. Приятного аппетита, чат, можете тоже хавать пицца. Боже! Отличная пицца! Сделай вид, что вам 50 тысяч задонатили. Давай. А как? Ебать, 50 тысяч задонатили рублей! Ебать! Спасибо, Никоров. Спасибо, Никоров, спасибо за 50 тысяч. Спасибо большое! Че, олигарх? Бля, 50 тысяч! Жесть! Куда такие деньги нам? Это можно сколько джинс купить новых? По 3 тысячи! Это очень много, спасибо за 50 тысяч большое! Спасибо, брат. Сейчас подсядут. Спасибо за 100 тысяч большое. Мужик, ты ёбнутый просто. Чел, откуда тебе такие деньги? Пиздец. Столько сорей. Спасибо за 100 тысяч, спасибо тебе огромное. А чем ты занимаешься, Никоров? Ебать, откуда у тебя столько бабок? Кто это? Кто? О, и школьники бегают. Давай догоним. Давай. Пошли. Где? Я пошел догонять чуваков, которые за предку стреляли. Нет, это другой, если еще чел кричал. Да, да, другой чел кричал. Че, братан, не такой смелый, да? Че там, за предки любишь кричать, да? Давайте позвоню ему.
Давай, позвони. Запрет клевишь кричать? Давай, зови друга. Мы с ним сфоткаемся, поговорим. Зови. Нормально, смотрит на нас, да? Прикольно. Давай. Поговорим. Вот, ребят, знаете в лицо. Вот кто пишет запретки, вот кто говорит запретки. А, это который еще у меня на стриме кричал? Да. Тот же самый. Алло. Блин, ты полетел, конечно, красиво. Звука нет. Весело так, ванворд кликнуть стримером и убегать. Это круто. Ты с ним бегал, твой друг. Пускай либо он придет. Что, он придет? Конечно. Все, стрим смотришь, штаны наложил. Вот такой у тебя друг, чел. Хороший пацан. Выключи микрофон. Погнали. Ладно, счастливо тебе. Давай. Удачи, хорошей, друг, хорошей жизни. Хороший друг у тебя там. Это не какой тренер, раз или какой? Кричали. Давай. Бесимчики. Что было? Короче, чуваки сначала у Индианыча, и теперь у меня на стриме крикнули запретку сдалека. Они издали кричат запретку и убегают. И убегают, да. Я посмотрел, типа, кто. Первый раз я видел его, но он в темноту на парковку убежал. Я не особо понял, там просто шкет какой-то в черной футболке. Вот, и сейчас они вдвоем были и типа начали текать. Вот, и того, кто в беленькой, мы заметили. Леша заметил. А куда второй? Ну, типа, он же нас зритель, мы думали, что он фоткаться хочет. Мы побежали, чтобы с ним поговорить, сфоткаться. Вот. Догнали его. Но он, оказывается, не хотел сфоткаться. Оказывается, да, не хотел сфоткаться. Его друг, который кричал запретку, убежал крысой и на звонки не отвечал. Ничего, ладно, в следующий раз фоткаемся. Без стрима. Решетка, конечно. Чтобы люди веселились. Мы с тобой. Весело стало? Да. Ну ладно, прикольно. Чего скучаешь-то, блин? Я просто сижу. Катя, на улице а тепло. Мы стримим. Мы стримеры с Твича. Ну, знаешь, Твич. Да. Проходим, с людьми общаемся просто. Ты это милая очень даже. Мила? Хватит, я угадал. Ты снял ноги? Я снял носки. О, носки у тебя классные. Кусь. Кусаешься, что ли? Нет. Нет, хорошо. И ногти у тебя классные. Ой, у меня тоже? Да. Сколько тебе лет, Мила? 19. Ты, наверное, перепугал, да, эту же камеру? Ну, что ты так снимаешь? И себя снимаю. А, ты себя снимаешь? Если ты хочешь, мы уйдем, просто скажешь. Мы так встали, блядь. Три мужика. Я так встал, если бы я был девушкой, ко мне три мужика пришли, я бы... Ну, так просто не грустишь. Ну, ладно. Представляешь, мы еще подошли к двум девочкам, сели. Она говорит, я тебя плачу за 3000. Скажешь, это меня нет за сколько? Нет. У меня нет таких денег. Она говорит мне, типа, что я тебя поцелую, если мне 3000 рублей. Ой, ё. Что-то я нажал. Ребят, поставьте там лайки, все дела. Ну, как вы умеете. Только не подписывайтесь, потому что вы потом будете отписываться. Просто залайкайте и фотки, пожалуйста. У нее зовут... Её зовут Мила. А если она говорит, что она Мила, получается Мила я. Да, так и написано. Я поэтому её увидел. Класс. Мила я. Не, это лайки. Ну давай наблюдать. Ого, понеслось. Сколько у тебя просмотров? Не у меня, он стримит. Сколько сейчас смотрит? 7700. А меня представляешь, девочка уехала в Екатеринбург. Знакомая, но она там живет. Моя подруга. Мы с ней недавно познакомились, прям вот. Вот она прям настоящий друг. Знаешь, как? Ну прям очень такая, она классная. Очень друг. Самый настоящий друг. Он влюбился, короче. Ну ладно, что-то мы тебя напрягли, мне кажется. Снимаешь, снимаешь. Ты купил новый Calvin Klein. Слышал, Саня? Это запретка была? Да. Осуждаю. Блядь, это же эти идиоты до сих пор. Все, рейд идет. Нарл, всем спасибо. Ваде, привет. Огромное ему спасибо, что он пригласил нас в свой сквад. Очень было приятно это слушать. Ну, правда, он мне не писал, он через Лешу, как будто я его это...
потому что мы с тобой одно целое, блядь. Если хочет нас застучаться, он пишет либо мне, либо тебе.